Я давно вышла на пенсию. Дети, конечно, помогают, но не хочется от них зависеть. Поправку об индексации пенсии необходимо прописать. Мне это важно. Депутаты и чиновники не должны иметь иностранное гражданство и запасной аэродром. Живя и работая в нашей стране, каждый должен отстаивать российский интерес. Работать на благо нашей страны. Мне это важно. Я считаю, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Россия должна быть государством социальной справедливости. Мне это важно.